Всем привет! Мы начинаем наше покорение Великобритании. На прошлом стриме была разгромлена фашистская Германия. И пора взяться за Великобританию. Лондон должен быть пасть. Поехали. Но сначала, наверное, первый удар будет нанесен по Испании. Я так думаю, коммунистический режим просто Испании необходим жизненно. Но еще до этого, так давайте посмотрим, что у нас тут идет. Переоснащение, военные припасы. Так, военных припасов мне столько не надо. Хотя давайте сутки подождем. Так, генералы у нас тут нормальные стоят. Жуков. Так, надо для атаки еще какого-нибудь генерала хорошего взять. Так, какого-нибудь вида, ну, Конева надо, наверное, взять. Где тут есть Конев? Есть у нас. Где он сидит? Так, Микеладзе нет. Где Конев у нас вообще? Белов, Никулин. Так, тут, наверное, какой-то генерал-лейтенант надо поставить. А, у меня вот есть Тимошенко, да? Так, есть мне какой-нибудь. Вот, генерал-лейтенант, мастер танка войны Романенко. Сюда идет. А сюда куда-нибудь пойдет Тимошенко. А, это всего два танка тут, да? Давайте их объединим.
Так, генерал-лейтенант, генерал-лейтенант. Тут тоже давайте танки объединим, допустим, вот эти два. Вот этот один. Заев, мастер танковой войны, так. Вот этого заменим. Полубоярова на Тимошенко. И еще сначала выделим Италию. Выделим Италию. Так, что-то припасы. Блин, а почему у меня так много припасов? На что требуется мне? Военные припасы. Экспорт 120. Производство. Так, это ладно. А, изменения в день. Внутреннее производство 150, потребление 170. Офигеть. То есть очень много нефти мы намениваем. Еще им республикам даем. Блин, это плохо. Это плохо, потому что все эти... Ну ладно. Приветствую, Джок 666. А, у меня войска еще не пришли, да? 14 января прибудут в Кутаиси. А где Кутаиси у нас? А, вон. Так, вот эти когда в Сафе, когда прибудут. В Саве. 20 января. Да, подождем тогда, не будем нападать. То вдруг сейчас нападем, а нам Иран объявит войну. И это будет фейл. Ну, сначала все-таки я выделю, наверное, Италию. Выделим Италию. Дать независимость, Итальянский союз. Да. И чуть-чуть подождем. А теперь посмотрим на производство. Пополнение. Можно вот так сделать. Переоснащение. Припасы. А, припасы нам столько не надо, да? Давайте уменьшим чуть-чуть припасы до сотенки. Пополнение уменьшим пока что. Так, переоснащение идет. ТНП сбиваем. Наверное, иранские территории не будем отдавать, я так понимаю. Если нас попросят. Еще надо, наверное, к границам с Англией подвести пару дивизий. С Америкой, в смысле с США. Чтобы, если что, пробить их. Югославию выделять будешь? Буду, но позже. Ну, сейчас Италию выделили, тогда следующий потом. ГДР придется выделять. У меня, походу, эвент не сработал на подчинение ГДРа. На выделение ГДР халявного. То есть придется выделять. У меня в чем проблема? 5% ДИСа за выделение. Так что я буду сбивать ДИС, выделять, сбивать, выделять. Таким каким-то образом. Так. Не дошли еще мои силы. А вот
30 дивизий под Турцией. И еще куча дивизий сейчас будет в Иране, на иранском направлении. Если тут мне вдруг США, то есть Англия объявит войну, чтобы я мог нормально себя чувствовать. Так, ну, вроде, нет, еще не пришли. Блин, когда они придут? А, все, уже сейчас придут. Угу. А, еще не все силы, а часть еще... Еще позже, да? Ну ладно, давайте начнем атаку. 23 января. 24 января начнем. 23. А ты сейчас будешь в Англии, будешь интервенции вести или в Азию? Ну, сейчас я начну в Испанию. Если мне объявит войну Англия, то тогда буду пытаться сразу высаживаться. Ну, я на два фронта буду играть. Первый фронт я буду пытаться бить Англию в первую очередь, высаживаться. Не знаю, как уж получится. Ну и частично в Азию. То есть Азия не приоритетное направление. Ну тут, конечно, вот тут вот 59 дивизий, и вот тут вот 30 как бы намекает, что и тут мы не прососем. Но основной удар все-таки будет наноситься именно по... По самой Англии. Потому что, ну зачем биться с англичанами в Азии, если можно сразу у них мейн отобрать, и тогда... Вся Азия будет, ну, рассыпаться, вся оборона Азии. Что с финнами? А, короче, тут переработали Эвент, и они, когда их захватываешь во время Второй мировой, они становятся не сателлитами, а просто с ними подписывается мир. То есть придется мне их заново перезахватывать, но и уже потом. Ну, в общем, давайте объявляем войну Испании. Окей. Интересно, объявит нам войну или нет Англия. Противники стоят агрессивные, поэтому я не удивлюсь, если они мне сейчас объявят войну за это, союзники. Ну и наступаем по всем фронтам. Так. Давайте. Отношения плюс 160, кстати, со США. Нам может объявить, допустим, Англия. Это тоже плюсовой с ним. Нет, ну за Испанию они вряд ли будут впрягаться, поскольку Испания это... Ну... Не их, как бы, ну, главный конек. Они не союзны. Вот если бы я напал на какую-нибудь Турцию или... то тогда бы они, скорее всего, были бы против. А так, им пофиг. Так, ну пока не встречает сопротивления, едем к Мадрину. Просто не будем выделять, попробуем его за союз, короче, сразу. Просто поменять там власть и все. Не париться. Что-то как-то не, вообще не, никаких сопротивлений не встречаем, даже я не вижу войск их. Привет, Девитель. А, вот они, дивизии 20. Они все дивизии в столице. О, полусовременный авианосец закончился. Так, флот. Современный авианосец. Так, нет у нас никаких других. Нет, кроме Невского бюро ничего нет. Ну ладно. Делаем. Хотелось тоже скачать 1.4 патч, но форум парадоксовский что-то не дает. Я, по-моему, не с парадоксовского форума качал. Но откуда я качал, я сейчас не смогу сказать, потому что... Это что, да, 1.4 это совсем свежий патч. Но я говорю, что-то вот я, допустим, это, конечно, не из-за патча,
Но вот я недоволен, у меня ивент не сработал. Не сработал ивент. Так, давайте авианосец. Закажем 5 современных авианосцев. Полусовременных, да. 675 дней будет делаться. Ну ладно, что нам? Куда нам торопиться? Так, танк вниз уведем опять. Транспорт, корабли сопровождения, транспорт. Ну так вот как-то. Так, и переоснащение, наверное. На переоснащение надо убрать, а побольше на производство. Так, производство давайте сделаем. И уберем немножко переоснащение. Вот так, вот так вот. А, не осталось патча самого, не могу нигде найти. Патч остался. Ну, я на, как бы... Так, а успею я поддержкой обороны прийти? Блин, 32 дивизии. Ё-моё, я их всех не выбью. А без столицы он мне вряд ли отдаст. Наверное, осталось. А, у него это и нет мобилизации. То есть я вообще, я выношу его в ноль. Бильбао, Сория. Может, скинешь? Ну, можно, конечно, попробовать. Сколько он там? Ну, я не знаю, сколько он весит даже. А, я могу, наверное, посмотреть, откуда я его качал. У меня же есть история этих загрузок. Сейчас. Вот, Darkest Horror. А как посмотреть? Вот он, патч. Как посмотреть, откуда я его качал? Кто знает? Как в опере посмотреть, откуда скачано? Вот он у меня в истории есть. История загрузок, вот он. А адрес этой загрузки можно как-нибудь глянуть? А вот откуда? Все, сейчас тебе скину ссылку. Вот. На ссылку. Вот она ссылка. Ах. Ну, выделишь там. Вот. А, мама. Мне бы эти дивизии выбить как-нибудь. Как-нибудь надо выбить. Поддержка атаки. Блин, 30 дивизий. Ну, их надо как-то забирать. Потому что, блин, это очень выгодно будет. Если мы 30 дивизий сможем отжать себе на халяву. Ну, пробиваю же всеми силами. Может, и зря я, кстати, тут пробиваю его. Может, все-таки со столицы уходит. Сейчас он мне котел вот тут устроит. Бильбао захватит. Правда, так без толку котел. Двадцать две дивизии уже привел. Офигеть. А у тебя тылы теперь открыты. Ты об этом не думаешь? Да, ну тут котел будет. Так, чети не восстало. Кто тут бы самый быстрый? Нет, тут быстрых. Ладно, Белов съесть. А, не, вот его две дивизии. Новосельского. Я его не пробью. А, нет, пробью. Даже так пробью, даже, да? Может, и не стоит мне его пробивать?
Давайте попробуем. Да, Мадрид теперь открыт. Ну и пускай он там отбивает, пробивает. Большие потери у меня. Они того не стоят. Сколько он дивизий тут сосредоточил? 22. Но лучше за Катлимова. Где у него какие важные точки? Мадрид, Валенсия, Коруна. Да, отбой атаки. А, нет, он, блин, не хочет. Я думал, он сейчас всеми силами сюда пойдет. Блин, самолет мне его не хочется тоже убивать. Ну быстрее, танк, давайте. Какой, как сказать, баланс войны? 22. Столицу надо хотя бы захватить, тогда он, скорее всего, будет уже думать о подписании мира. Походу, не та ссылка. Давай посмотрим. Ну-ка. А, нет, не сюда вбил. Сюда. Я, наверное, где-то надо выделить, да? Не полностью написать. Сейчас посмотрим ссылки. Так, ну вот она, откуда. HTTP, docs, тем, dev. Ну-ка. А тут мне вообще выдает. И загрузка не идет, и... Странно. Ну, может, конечно, и так скинуть напрямую. В принципе. Сколько она весит? Нет, он, кстати, дофига весит патч. Тут не 18 метров отнюдь. 170 метров весит патч. 170 метров. Вот так не скинешь просто. Почему в третьей игре не играешь? Мне третья не нравится. Как-то она там слишком... Не то, что... Ну, не очень. Как-то она слишком такая абстрактная. Или наоборот. Не нравится мне там графическое исполнение, во-первых. Ну, самое главное, что мне не нравится там графическое исполнение. О, а Джиникидзе достроился. Это у нас что? Тяжелый крейсер. Сколько у нас уже? 21, 21. 21 суденышка, правда, две из них подлодки бесполезные. Так, вот тут у меня эсминцы, да? Давайте эсминцев тоже сюда перекинем, пока есть возможность. Тарагона. Где? Ага. Победа, Кастельон. А, все, танковая дивизия, да, произвелась. Давайте в Москву ее пока отправим. Это такой наш резерв, три танковые дивизии. И отменим. Отменим с производства танков. Больше нам танки не нужны. А что у нас теперь, значит, получится производство даже в плюс? Да ладно. Да, производство даже теперь в плюс пошло. У нас заказано, что 10 авианосцев у нас заказаны. Что можно еще заказать? 3 линкора. Транспорты.
Транспорт, корабли, сопровождение. Что нам еще надо вообще? Что нам еще надо заказать? Лэндфлот пока не будем заказывать. Нам нужен либо... Авиация нам не нужна пока. Флот нам пока не нужен. Давайте пока просто снизим производство. Упихнем вниз. Пускай потихоньку там переоснащается, копятся припасы. Да, давайте вот так как-нибудь сделаем. Только вниз надо что-то поставить. Давайте еще, ну ладно, закажем один линкор. Как-то так. Потому что мы хотим быть владычицей морской. Ну и давайте им предложим так, ради смеха. Сразу марионеточный режим. Ну вдруг, а вдруг? Болгары, кстати, пришли на помощь нам. Так, куда мы основной удар нанесем? Надо Мадрид брать как-то. Ну, Мадрид, значит, надо взять вот эту провинцию. Так, а тут сколько авиации? 8 дивизий авиации. Это нам нельзя никак терять. Давайте, Теруэль. Ударим по Теруэлю. Жуков. Так, Жукову, наверное, надо фельдмаршал, что ли, повысить. Или не надо. Да давайте повысим Жукова до фельдмаршала. Я думаю, он заслужил. Мастер наступления, мастер зимней войны, мастер боя в холмах. Итальянские уже дивизии начали появляться. Сколько у меня дис в день? Минус 0,3 сбрасывается. Так, идет переоснащение, сбрасывание диса. Нормально, нормально. Вроде нормально. Вот между Сциллой и Харибдой. Между жадностью и нежадностью. Так. Ну давайте, значит, удар по Гвадалахаре нужен. Оставим пару дивизий для прикрытия. И ударим по Гвадалахаре. Что у нас, кстати, в Японии творится? Мне интересно. Ну, в Японии, конечно, Японию сейчас разорвут, просто разорвут. И это плохо. Надо бы как-нибудь ее отвлечь, но как ее отвлечешь? Как ее отвлечешь? А надо поддержку атаки сделать, чтобы тут побыстрее пробить. Ну давай уже, Франко, давай мряничный режим и все, и на этом сойдемся. Договоримся, и тебе хорошо, и мне хорошо. Ты еще повоюешь. За меня, да. Тебе же хочется нагнуть. Сори, я стал без прикрытия. Давайте в нее и пойдем. Хотя нет, выбьем его с Бильбао.
9 дивизий сразу в Бильбао привел. А, ну тогда стой там в этом Бильбао. Да, стой в этом Бильбао. А я вообще вот сюда поеду, в Сорию. И мы между тем еще ударим по Валенсии сразу. Хотя нет, подождем. Ага, что-то разработалось. Приоритет ведения разведки. А, это авианосцы мы уже, да? На авианосцы делаем доктрины. Что-то я еще хотел разработать. А, я хотел разработать высадку. Морские доктрины. Улучшенная высадка с моря. Так. Максимальный размер десанта 3. Так. Вообще, нужен нам улучшенный выстрел с моря или нет? Вообще понадобится? Ну, наверное, понадобится. Давайте воздушно-десантные войска сделаем. Ага, чего-то переизбыток у меня. А, производство. А почему? Откуда переизбыток? Вроде ничего не достроилось. Ну ладно. Так, окей. Ну, в Валенсию, значит, не отступает. Еще ударим тогда по Валенсии. Вот, Лабухин 6-й навык получит. Мастер наступления. Надо повысить-то Лабухина, я так думаю. Чтобы были у меня фельдмаршалы все по 5-му навыку. Так, Гвадалахара занята. Ну и можно, наверное, на Мадрид уже рвать когти. Какой у нас там исход войны? Всего 29%, кстати, исход войны. То есть, типа, еще ничего не ясно. Хотя мне-то уже все ясно. Ага, предлагает он уже мне мир. Понимаю, что дело запахло керосином, но... Только марионеточный режим, только хардкор. Так, оставим в тылу опять. Допустим, 3 дивизии. И на Мадрид. Мадрид — это город, да? Печально. Пробивать танками город — это всегда печально. Ну, а куда деваться? Жукову не такое приходилось делать. Может, какой-нибудь перк ему дадут? Мастер боя. О, победа. Ну, у него тут, конечно. Может быть, и зря это так. Ну, все равно, я думаю. Не хочу я аннексить. Хотя, наверное, выгоднее было все-таки зааннексить, а потом выделить. Так, транспорты завершены. Ну, это у нас уже флот готов к вторжению в основном. Давайте в Таллине разместим наш транспортный флот. Это наш второй флот. Так, захватываем Мадрид. Блин, все-таки несколько авиации пришлось
потерять. Так, сколько? 8 дивизий авиации. Ну, а куда деваться? Без столицы точно он не подпишет мир. Марионеточный режим, давай. Отклонила, блин. Плохо! Придется еще набивать где-то. Ну, давайте подумаем. Ну, наверное, где-то вот сюда ударим. Или дальше. Тут 7 пехотных дивизий в Испании. Ну, давайте, чтобы они успели отступить. И не были уничтожены от отступления. Подождем. Так, 7 пехотных отцов. А, все, отсюда отступили, наверное. Какие еще провинции важными считаются? Да, в принципе, никакие. Давайте выбьем его с Альиканте. Захватили на одну провинцию, отбили. А тут все 5 дивизий осталось между тем. Бильбао. А тут какие-то важные есть провинции? Нет, Мадрид, Валенсия, Коруна и Севилья. Блин, 12 уже тут дивизий. 12 дивизий вообще мне жалко. А самолетных 12 дивизий. Что, наверное... Подождем. Ну что он так медленно отступает? Мне непонятно, вот куда он отступает. По идее, куда-то сюда, да? Да, две дивизии, все, можно наносить следующий удар. Где у них, кстати, столица? В Кордове теперь. Давайте оставим тут три дивизии и поедем в Толедо. Так, 56% было, по-моему, да? И он еще не соглашался на мир. Ну, я так понимаю, у него тут дивизии все... Ушли, можно смело открывать Бильбао. Все, испанец, давай, капитулируй. Пора. Так, в Севилью, как быстрее всего, давай, да. Так, оставим тут Жукова, остальными всем вперед. Ага. Что во Франции США делают? Привет, ТДС Фок. Ну как что? Они это, они освобождали. Они это, они освободили Германию. Вот они высадились. Вот тут высадились. Вот это стало Голландией. Вот это мы так поделили. То есть вот это я освободил, а вот это освободили они. Высадка была у них. Вот освободили они кусок Голландии. Освободили вот тут Голландию. Освободили 4 провинции во Франции. То есть вот это стало свободной Францией. Сейчас они передают. Вот это тоже провинция, наверное, передадут в свободной Франции. Потери? Потери приятные. Ну, конечно, большие. Но относительно того, сколько потерял соперник, приятный. Так.
Сравнение потерь. У нас потери 8 300 000. А Германия, наверное, не смогу посмотреть потери, да? Германия, тут вот могу. У Германии потери 8 850 000. То есть Германия потеряла больше, чем я даже. Вот на чуть-чуть. Партия. Я потерял чуть больше, да, чем Германия. Нет, меньше, гораздо меньше партии я потерял. Меньше гораздо тяжелой артиллерии потерял. Меньше гораздо ПВО. Меньше ПТ-арты потерял. Примерно поровну лошадей. Гораздо меньше автомобилей, меньше грузовиков, меньше БА, чуть больше тяжелых танков и средних танков. То есть, ну это только если брать по Германии. Если еще добавить к этому всяких финнов, допустим, Финляндии еще. Где Финляндия? Она еще потеряла там 166 тысяч, куча всего. Плюс еще болгары всякие там. Или кто? Вот румыны, 437 000. Ну, правда, они потеряли еще много уже, когда в союзниках были. Да, а Италия была? Италия. Когда она еще была Италией? Да, Италия. 910 тысяч. Ну, вот если под Германия, Италия, вот они два. И Венгрия. Вот три страны. А вот и была Болгария, которая... Да, вот они. По сути, вот эти все, вот эти страны, это все, что было против меня. Финнов нет, финнов в Коминтерн не заманил, поскольку тут по-новому... В старой версии Эвента, ну, в принципе, правильно переработали Эвент, но все равно обидно. В старой версии Эвента, как только ты начинаешь бить финнов, они становятся за тебя. А тут нет, тут они становятся нейтральными. Тут с ними подписывается просто мирный договор. И чтобы их, ну, в Коминтерн, надо еще раз воевать. Такие дела. Так. Что там с мирным договором? Будет готов 19... А тут еще неделю целую. Но надо за эту неделю успеть побольше отхватить, чтобы он точно подписал мир на моих условиях. Так, где еще можно его выбить? Можно, в принципе, его вот в Сеговии его выбить. Я боюсь, как бы мои союзники тут не слишком раз это... разгулялись. Ну ладно, в Сегове, я думаю, вполне можно выбить. Хотя, наверное, лучше было бы по таракону ударить, а не по Сеговии. Да, давайте три дивизии. Три дивизии оставим. Так вот. И поедем в Альбасет. О, Берзарин стал альпинистом. Победа Сеговия. Так, когда он доедет? 19 марта. Ну, как раз 19 марта кучу территорий мы отхватим. А эти когда дойдут? 22 марта. Ну, ладно. Так, а где Альбасет? Они пытаются отбиться. Нет, поддержка атаки идет. Никак. 99 экспо. Давай, соточку, соточку. Тлобухин. 100. Ну, блин, надо еще одну экспо до уровня. После 100 еще надо получить чуть-чуть. О, палубная авиагруппа. Это хорошо. Так, авиация, надо палубную авиагруппу еще одну сделать. Так, и где-то мне еще должно быть, да, МиГ.
МиГ, что в МиГе есть? Тяжелые самолеты и испытания самолетов. Так, а что есть у Туполева? Большие самолеты и испытания самолетов. Тут большие самолеты и снаряжение. Это мне нужны большие самолеты и испытания. Давайте Мигунову поручим это дело. Палубная авиагруппа. Поехал. Так, 5 часов утра. 3, 4, 5. А ты когда доедешь? 18 часов. Так, сколько у меня сейчас есть? 60. Блин, 60 мало. А ты когда сюда доедешь? А тоже. В конце дня доедут все. Должно быть, должно хватить на победу. Ты когда дойдешь? Ну ты, ну ладно. В Сеговии вот эти две пробы еще сейчас отхватим. Должно нам хватить на, да. Ну давай. Соглашайся. Отлично. Все, Испания наша. Ой, Микоян Гуревич. Да, что-то я туплю, туплю. Согласен, Дритель. Я так на автомате уже сказал. КБ Микояна, точно. Микоян. Да, кстати, неплохо им досталось. Да, вот эти пробы, если бы я выделял, они бы нифига не достались испанцам. А так... Ну-ка, сколько у них тут дивизий есть? 36 пехотных дивизий, 4 истребителя, 1 с бомбардировщиков. Еще одна субмарина. Это хорошо. Так. Теперь что нам надо сделать? Можно было бы еще, конечно, Португалию захватить. А можно подчинить войска и захватить Португалию. Тоже как вариант. Или захватить Турцию. Два варианта. Что-то я даже не знаю, что лучше, захватить Португалию или Турцию. Турция опасна. Ну, в принципе, и Португалия уже опасна. Ну, как бы войны не избежать. Так что, что ее бояться? Давайте транспортные самолеты уже потихоньку. Будем думать о том, как, каким образом. Так, давайте приоритетной частью сделаем наши транспорты. Будем думать о высадке. Так, откуда можно делать высадку? Высадку можно сделать из Шербура. Так, и что у нас? Подводная флотилия, подлодка. Там от кого-то досталась она, это не наша подлодка. Поближе подведем немножко флот. Где у нас тут есть хорошие базы. Так. Два из трех. По-моему, тут где-то в Амстердаме есть база на 10 из 10. А, Амстердам-то не наш. Ладно. Брюгге 3 базы. Дюнкерк 3 базы, да, всего. 3 базы. Шербур. А, вот в Шербуре нормальная база. Давайте в Шербур перевезем наши флоты, пока есть возможность. В Шербур. И на защиту Шербура несколько дивизий отправим. Передислоцируем. Шербур, Шербур. Давайте в Бордо, еще на всякий случай. Так, тут еще есть что-нибудь интересное. Передислокация. Передислокация. И танки еще передислоцируем туда. Потому что если мы будем... Ну, конина не надо. Вот танки. Нужны. Блин, а прикиньте, а там сейчас восстание, и мне все умрет. Это будет забавно. Это будет печально, но забавно. Так, в Шербу сколько будешь идти? 25 марта. Передислокации. 26. Давайте пешком дойдем, а ты будешь сколько идти. Так. Еще какие танки тут есть? Ладно, хватит. Транспорты Перета, а самолеты куда? Тоже в Шербур, да? Тут неплохие. Аэропорты 4.
Где мои, кстати, самолеты? А в Венгрии, да, в Будапеште, в Бухаресте. Да, и самолет надо подвезти, точно. Так, где у нас тут есть? Ну, в Шербург пока, да? Давайте пока транспортный туда переведем. И Париж, 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 тоже пару дивизий в Париж отправим. И что нам, ну, пока так. И силы. Так, Грецию выделил. Грецию выделили англичане. Так, Португалию, если мы будем выбивать, то, наверное, сверху. Да? Вот так как встанем. Так вот. Так, и еще мне нужны все десантные дивизии, ВДВшные, ну хотя бы две. Мне надо их передислоцировать тоже в Шербург. Так, еще где-то тут, чтобы дропнуть их. Так, где у меня еще есть ВДВшники? Где-то ведь они были. А где теперь их найти? Ладно, через армии посмотрим. Так, мои части. Как они выглядят? Еще бы знать. Так, это горняки. Это горняки. Это моторизированные. А вот они. Так, давай, передислоцируйся в Шербург. Ну, поехали. Я не знаю, нужна ли мне вообще эта Португалия или нафиг не нужна. По-хорошему так-то. По идее, мне лучше Финляндию здесь захватить. Но пока тут войска тут есть, тогда можно будет отсюда все войска снять уже и увезти. То есть так и сделаем, да, добьем уж Португалию. Привет, Dark Angel. Ты стримишь и днем. Мир перевернулся. День добрый. Да ну. Да. Так и есть. Мир он такой. Так, что у нас с дисом? Минус 5, да? С производством что делается? Припасы делаются, пополнение идет, переоснащение идет. Ну ладно. Плохо, что мне приходится один дис оплатить за каждую войну. Поэтому, ну ладно, Португалию уж добьем. Раз уж решили добить, добьем. Кстати, в военный союз никто с нами не хочет вступить. Случайно. Турция, например. Нет, не хочет. Ну, финны точно не хотят, да? Да ты и против их политики. А кто-нибудь еще есть какие-нибудь? Персы уже в союзе. Эти патерналисты. Ком-Китай съели. Ну, ладно. Ну и ладно. Надо будет только подчинить себе ВС испанские. Чтобы они не захватили. А, хотя, блин, я же не смогу захватить. Ай, сейчас до меня дошло весь. Я же не смогу захватить Португалию. А, хотя смогу. Смогу. Есть, короче, финтушами. Наверное. Наверное, есть. То есть будем подчиним все силы, сгоним их в порту, чтобы он не смог заанексить. И будем требовать с него, чтобы он стал марионеточным режимом. Так, тут нет никаких больше войск, да ничьих, только испанские. Кстати, забавно, одни одну провинцию отдали, а вторую не отдали, свободной Франции.
Посмотрим, как сейчас передислоцируется, чтобы у меня пропускная способность нормальная была. Кстати, если я так хочу сделать, как я захочу, мне надо выжимать их с самого начала, с бежи. То есть два удара будет, один по каимбре, а один по беже. И тут вот мы их... Хотя нет. Куда нам их надо выдавливать? По каимбре, значит, нельзя бить. Надо вот с бежи их вытеснять, вытеснять, вытеснять дальше. Вот сюда, вот вверх. Так, усовершенствованный дешифратор. Это хорошо, что у нас тут еще есть. Давайте усовершенствованный шифратор. Ну, ладно. Это, скажем так, полезная вещь. Так, ты когда приедешь? 30 марта? Ну, 30 марта тогда и начнем. А, прикольно, Великобритания даже отказалась от марионеточного режима. Интересно, а смысл есть вообще? Че, ну, отказываться от марионеточного режима? Или нет? Так, ударим сюда, 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 сюда. Ну, хотя опять Португалия, ну, выделять тоже нет смысла Португалии, потому что она будет 5 дис получать за... Какого? Сколько у меня тут ПП? 20 ПП. Это прохлада. Ну что, Баданов и Мустави. Кстати, кого-то я повысить хотел. Нет? Ладно, не время повышать. Подчиняем все силы. А почему у него 12 ПП всего? А, я Мадрид тут ему зажал. И тут кучу провинций еще зажал, да? Да, 2, 2, 1. Давайте подчиняем его. Хотя... Да, подчинять. Подчинить ВС не могу, 5 апреля только. Ну ладно, подождем 5 апреля. Без подчинения просто и заанексит Португалию, и все. Я ничего не получу. А это не его родные территории, смысл нет. Он с них все равно ничего не получит. Один на один дис, правда, придется получить за эту войну. Ну и что? Когда нас это пугало? Транспортный у нас... Тесно, докуда они вообще долетят, транспорт наш? И бомбардировщики еще надо подвести куда-нибудь поближе, допустим, в Париж. Вообще авиацию. Так, давай Париж. В Париже бомбардировочную авиацию разместим. Что у нас еще, кстати, с авиацией? Так, перебазит. Вы у нас кто? А вот еще бомбардировщики. В Ростове. Тоже в Париж. Париж, Париж, Париж. Давай, перебазирование. Так, еще что у меня авиация? Еще есть... Перехватчики. Перехватчиков нам куда-нибудь поближе подвести. Давайте в Брюссель. Перехватчики переведем. Так, Брюссель. Так, вы у нас в Брюссель, вы в Будапеште. Так, из Будапешта тоже в Брюссель. А как мне радиус? Я перебазироваться хочу. Так, ну и 4 оставим в тылу. Ладно, 4 бомбардировки, 4 истребителя в тылу оставим. Подчиняем ВС. Пускай они на месте все стоят. Не надо никуда идти. И так хорошо стоите. То же самое вы. Стойте, стойте. 33. Он даже мобилизацию не провел. Годзилла. Поэтому, собственно, я его так и вынес в одну калитку. Так,
Ну что, давайте 6 апреля с утреца начнем. Объявляем войну Португалии неожиданно. Да? Так, стоп, с кораблями еще надо еще решить. Давайте посмотрим сначала, пока нет войны, посмотрим побережье, как охраняется. Да, вот видите, все передали Франции, все эти территории. 4 провы свободной Франции. Блин, сколько тут Великобритании? 11 кораблей, Нидерланды 4 корабля. Да, и кстати, о птичках. Все побережье занято. Десантироваться-то некуда. А мне неким, у меня, блин, с этим проблемы, с десантом. Я как-то не обратил, не подумал, что могут быть какие-то вообще проблемы возникнуть с десантом. У меня даже морских морпехов-то нет, чтобы десантировать. Значит, надо, по идее, в Плимут, значит, будет дропать. Я не знаю, пробьют они, нет. ПВО стоит хорошее, да? Блин. Ну да, в общем, в Плимут десант будет. Часть десанта мы сделаем. Там где, кстати, корабли-то мои? С транспортными. А, еще вот тут они только. Ну ладно, вот эти транспортники еще дотянем. Которые почему-то не успели дотянуться. Две дивизии какие-нибудь надо выделить на них. Такие элитные, пехотные, которые не жалко. Ну, допустим, вот тебя. Пехота 39-го года. У меня ничего не исследовано пехота 41-го года? Нет. А 41-го года пехоты и нет. Есть пехота 42-го. Вот эти две дивизии выделим. Если даже они потеряются, не страшно. Давайте генерала какого-нибудь хорошего поставим ему. Чтобы 5 навыков, давайте, 5 навыков, чтобы там все умел. Мастер, нет. 5 навыков, мастер наступления. Да, вот этого я поставил. Никитин. Так, тут поставим Никитина. И еще давайте, где наши воздушно-десантные войска. Тоже объединим и поставим там какую-нибудь команду. Так, дайте мне генералы. Так, где по навыкам сортировать? По имени, по званию, по навыкам. Мне нужен команда. Так, мастер танковой войны. Мастер наступления. Вот команда. Что-то как-то он нифига их не по этому сделал. Не по навыкам. Он по навыкам их распределил. А почему по навыкам? Вот Джеджи... Ай, по навыкам. А, по званию. По имени. А как по умению? Что, по умению нельзя, что ли, сделать? Сортировать? Мне нужен команда с хорошим навыком. Так, команда на навык 1. А, инженер, кстати, что дает? Ну-ка. Инженер, да фиг его знает, что дает инженер. Второй навык, это мало все равно. По идее, инженер, да, тоже неплохо был. Были команды или инженеры мне нужны? С хорошим навыком. Команда, навык 2.
Навык один. Команда один. Нужен мне этот генерал, потому что это очень много зависит. Нет, походу нет у меня ни команды, ни хорошего, ни инженера. Но они, наверное, уже просто распределены. Были у меня команды с навыком 3, это 100%. Так, ну давайте поищем вот тут тогда. Мастер танковой войны, мастер снабжения. Заодно, да, вообще посмотрим всех своих генералов. Может, кого-то повысить надо уже. Так, Петров, мастер обороны, мастер наступления, команда Старая гвардия, мастер наступления, мастер снабжения танковой войны, мастер зимней войны, обороны танковой, наступление, рейнджер контратаки. Как все испанцы. Так, ничего нету, ничего нету. Мастер наступления. А вот команда есть. Нашел я хорошего команда. Четвертый навык. Мастер снабжения танковой войны. Снабжение наступления. Старая гвардия. Штурм. Снабжение. Ничего нет. Танковой войны. Ничего. Снабжение, дисциплина, оборона. Наступление танковой войны, оборона, штурм, хитрый лис, штурм, снабжение. Вот команда, ну-ка. О, пятый навык команды, генерал-майор Семеновский. Ну, Батов, наверное, лучше, потому что он генерал-лейтенант там. Хотя... Курочкин. Мастер танковой войны, рейнджер. Мастер... О, осады. Мастер наступления команды. Таинственный лидер, прям скажем. Да, давайте осады возьмем. Лучше осады точно никого уже не будет. Осада. Где он? Генерал-майор. Так, по навыку давайте отсортируем. У него пятый навык. Где вот по навыку, да? А, вот он. Осада, генерал-майор. Так, а тут у нас две дивизии тоже нет. Генерал-майор мало. Нам нужен генерал-лейтенант какой-нибудь. Так, генерал-майор рейнджер, мастер снабжения, мастер... Ну, давайте кого-нибудь из хороших генералов, опять же, зафармим. Из топовых, кто у нас есть. Ну, типа, Конева можно туда послать. А чё мелочиться, да? Где у нас Конев? По-моему, мастер наступления у нас Конев. Конечно, кто он по танкам специалист. Ну и ладно. Катков. Фельдмаршал Конев. Мастер наступления. Оно, в принципе, не очень. Мастер наступления и мастер танковой войны. Не самые такие топовые. Так, а кто топ? Кто у нас топ есть? Чтобы прям вот такой был. Вау, вау. Пятый навык. Дофига всего. Мастер наступления, мастер снабжения. У меня же дофига генералов там. С кучей навыков. Так. Чтобы был мастер наступления. Мне же генерал-лейтенант мне надо. Привет, Клубер. И еще что-нибудь, что-нибудь у него было бы. Еще какая-нибудь перка. Мастер наступления.
Мастер танковой войны, мастер снабжения. Ничего нету. Мастер обороны, мастер наступления. Ну, вот типа такого. Генерал-лейтенант Говоров. Да, Говоров, наверное, и возьмем. Сейчас никого лучше не будет. Так, мастер наступления, рейнджер, мастер... А, вот, возьмем Толобухина. Мастер наступления, рейнджер, мастер контратаки. Да, давайте. Кстати, кто-нибудь, кто танками умеет обращаться, да. Ставим Обухова. А Толобухина поставим вот сюда. Он будет ответственный за высадку. Хотя не знаю, может быть, война и не будет. Я надеюсь, что пока войны еще не будет с Англией. Но уж на всякий случай. Ждем, пока транспорты доедут. Потому что мне бы хотелось все-таки хотя бы первой партии, чтобы авианосцы. Хотя первая партия авианосцев не скоро сойдет. Да? Очень не скоро. Прогресс только 20, на 20% только готовы. Авианосцы. Первой партии. При том, что они позакладывать, по-моему, еще война с немцами даже не закончилась. Через Плимат, в общем, будем атаковать. Ну что, давайте. Да начнется битва с португезами. Надо принести им коммунизм, а то они живут без коммунизма. И не знают, что делать, и не знают, как это плохо. 1-1 дис, ну ладно, поехали. Так не объявили нам войну? Вроде нет. Поехали, атака. Ну, не спешим с войной. Война у меня дис сбивается при войне, зато больше. Уже хорошо. Так что не спешим заканчивать с войной. Можно военные припасы немножко уменьшить. И переоснащение. Спокойно отжимаем и... Так. Сейчас как эти отступили, да? Можно дальше отжимать их. Так, куда? В Лиссабон, что ли? Сначала их отжать. Или... Не, давайте вот отсюда их отожмем. Эвора. Жуков, помоги. Тебе надо получить 105-й навык. Так или иначе. Ты у нас самый крутой. 4 перки. Наверное, 4 перки у меня больше ни у кого нет. Во, единичку экспо получил. А, у него, кстати, подготовлена мобилизация. У него, в отличие от испанцев, боеспособность полная. Интересно, почему испанец не провел? Били мобилизации, когда имел возможность. Так, ну войну мне не объявляет, да? Отношение, правда, у меня ухудшается. Плюс 91 уже всего. Англии, ну и пускай. Затягивать войну тоже не стоит, потому что они в это время там бьют бедных японцев, а японцы все-таки будут их отвлекать. Как-никак. Кого еще можно, честно, зафармить? Финнов можно зафармить, в принципе. Швейцарцев. Когда мы можем поменять дипломатию? Потому что я хочу интернационализм полный. 22 июня 45-го. Ну, не скоро, да? Ну, ладно. Так, тут все везде отступили. Ну, поехали дальше отжимать их. Сколько всего?
Кстати, денег полно, давайте на разведку потратим деньги, правда не знаю зачем. Дневные затраты 20, 2,18. Нынешний уровень 10. Хотя зачем мне нужна разведка? Не нужна пока. Сколько у них дивизий? 14 дивизий, 2 бомбардировщика и 1 транспорт. А, кстати, заметьте, почему-то мои... А, я, наверное, потому что контролирую его войска, поэтому... Если я захватываю, то моим становится. А-а-а, вот какой поворот. Нет, вообще странно, почему моим стало? А вот тут, когда я захватывал... Вот этими, они своим становились. Странно, если я с их территории захватывал. Непонятно. Тогда можно... Нет, с двух сторон не будет, потому что надо с Лиссабона выбить. Планы не меняются. Так, давай Жуков ударит пока. А, кстати, самолет-то я не смогу их сберечь никак. Сейчас мне тут такое в голову пришло. Что он по-любому сейчас еще не согласится на поражение, на аннексию. В смысле, на... Кстати, у испанцев даже пехота 42-го года есть. А они мне чертеж не хотят дать, если у них есть пехота 42-го года. Почему они мне не дают эти чертежи за бесплатно? Гадки какие. Мне, наверное, все, кстати, их исследуют. Пехотную дивизию 42-го, да. Хотя не все. А ты что исследуешь? Надо было заключать с ним сделку, пока было время. Ну ладно, он не так и так, в конце концов, передаст ее. Только 10 мая доедут, да? 4 мая доедет Жуков. А, у него, кстати, опытные дивизии у испанцев. Наверное, еще со времен гражданской войны. Больше-то он нигде не воевал. Так, пытается он уже меня задобрить. Но нет. Так, просить мира. Плюс 16 всего, да? За 16 он явно не согласится. Ну попробуем, сейчас вот прову отберем. Попробуем ему дать все-таки ультиматум. Вероятность почти нулевая, что он согласится. Ну, а вдруг? Так, что тут у нас? Ну, пока японцы держатся. Я думаю, это же у нас союзник, да? Наш союзник. Надо несколько дивизий вот сюда перекинуть. В Улан-Батор. Чтобы, если чё... Где у нас есть свободные дивизии? Ну, допустим, вот эти дивизии мне особо не нужны. Кинем их в Улан-Батор. Ну, или куда-нибудь там рядом. Читу. Потому что от англичан с американцами можно сдать чего угодно. В любой момент могут объявить войну, сославшись, что я, мол,
захватываю страны. Я не захватываю, я несу им свет коммунистической мысли. Что-то мне переизбыток чего-то производства, да? Ну попробуем, давайте высказать требования. Марионеточный режим. Нет, рано еще. Без потерь столицы они тут на такие заманухи не согласны. Ну тогда что? Обеспечим эту потерю этой столицы. Давай, Жуков, вперед. Не так все просто. Ну хотя они пробьют. Кажется, что вроде как они сопротивляются, но против танков. Он, конечно, не выстоит. Или выстоит. Да ну не, нет. Сейчас еще 4 дивизии придут на помощь. Ну, Жуков, может, хоть пятый навык получит. Что-то очень медленно фельдмаршал, конечно. Опыт идет. Интересно. Зависит от того, какой генерал, быстрее он учится или нет. Ну, старая гвардия, понятно, учится медленнее. А вот именно просто генералы. Он еще помогает корабликами своими. Окопался. Так, 95 экспо было. Вот сколько бьется. Не знаю, иногда прям быстро идет экспо, иногда вот он сколько уже там. Тяжелая битва. Вот первый экспо получился. Победа. Все, Лиссабон наш. Что-то как быстро его захватили. В смысле, что раз, и сразу танки уже доехали. Да, пришлось у нас его бомбардировщики пробить. Ну, отгоняем его в порту. Хотя порт — это очковая провинция. Наверное, порт лучше захватить. Блин, я боюсь порта. Вдруг я сейчас захвачу порт, а окажется, что если с этой стороны атаковать, то такой халявы нет. Ну ладно. Должна быть. Давайте бьем по порту. Ну не может такого быть, чтобы... чтоб с этой стороны не захватывался, а с той стороны захватывался. Ну и приеду я быстрее итальянцев по-любому. Ага, Свердлов. Это что у нас сформировался? Тяжелый крейсер. Давайте, тяжелый крейсер. Это хорошо. Это у нас кто такой? А, это подлодка. Ну, давайте пока объединим с подлодкой. Горшков. Когда прибудет? 17 мая, 25. Ну, ладно, ждем до 17 мая спокойно. До 20 уж нам надо ждать. Так, куда мы можем следующий удар направить? Наверное, надо бить по Турции все-таки. Ну и плюс тут широкий фронт, более широкий фронт для борьбы с французом, англичанином и так далее. Надо помогать, надо спасать японца, потому что японец уже в такой, в критической ситуации. Сейчас вот этот его сателлит будет уничтожен, что оголит, несомненно, фронт. Блин, этот танк никак не может пробить партизан. Партизан тут, конечно, жестокий, они вообще не отступают, пока их полностью не убьют.
полностью их убить бывает довольно-таки долго по времени. Румыния, итальянцы уже себе наклепали дивизии. Какой-то кипиш прям большой в Италии. Ну, ждем. Ждем 20 числа, чтобы можно было... А, транспорт еще одни. Закончились. И улучшенный нефтесинтез. Так, промышленность. Современный нефтесинтез еще рано. Снаряжение не хочу. Так, производственное планирование рано. Рано, рано. Пластмасса. Тоже пока рано. Хотя, ну да, вот 18 мая уже скоро. Еще немножко, чтобы у меня был штраф. Так, пехота. А, у меня есть уже пехота 42-го года, да? Замкнутое снабжение. Вот, давайте вот это сделаем. Так, пехота потребления припасов минус 0,2. И модификатор ПС оккупированных территорий. Тоже хороший. Так, давайте. Давайте сделаем. Мне, правда, нечем делать, да? Нет КБшек под это. Давайте Киров. Да, давайте так сделаем. Так, в общем, нам надо авианосец, нам надо промку, атомки. А, лишние 6 промки, да. Убираем промку. Так, и убираем, да, припасы чуть-чуть берем. Ну, ждем, чтобы принести свет коммунизма на португальскую землю. Следующий удар, наверное, будет все-таки по Турции. Так, держите наши войска в порту. Напоследок он решил мне дать бой. О, Богданов! 6-й навык получил. Давайте, наверное, его повысим. Если у кого 6-й навык, будем повышать. Чтобы у нас было куча 5-звездочных. Хороший генерал. Так, чтобы какого числа мне надо дождаться? 20 мая 11.00. Я могу его заанексить уже, конечно, но не буду. Высказать требования, марионичный режим. Приняла, прекрасно, отлично. Еще одна страна поняла, что коммунизм — это круто. Пехотная дивизия 39-го и сдерживание изучает. Так, теперь нам нужна Турция. Вот эти танки мы отведем. Во-первых, отдадим. Отказаться от подчинения ВС. Не нужны мне ваши войска. Танки. Я думаю, тут они и так все пробьют без меня. Оставим, допустим, 3 танковые дивизии, которые вот сюда в Кадис пойдут. Катукова. Ага, генерала я хотел повысить. Богданова до генерал-лейтенанта. Так, остальные все дивизии. Передислоцируем куда-нибудь вот сюда. Когда передислоцируют? С 5 июня. Ок. Чтобы можно было дропать в Англию. Так, а в это время подчиним ВС, наверное, Болгарии. Хотя, пока, наверное, рано. Блин, турки сейчас тут пойдут в атаку.
Давайте где-нибудь вот сюда, в Бургас, что ли, дропнем. Какие-то вообще провинции звездочные. Анкара. И все, да, только одна звездочная провинция. А, Истанбул. В Бургас. Сколько ехать пешком? 2 июля, 21 июня. Передислоцировать. 2 июня, да, быстрее. Передислокация будет гораздо быстрее. Да, так и сделаем. И болгаров давайте подчиним. ВС. Так, редеплойтнем их. Допустим, вот сюда. Они мне вообще на границе не нужны. Давайте в... Так, 27 мая, отлично. Сюда. Так, где еще у вас есть болгары? Давай в Софию редеплойтнем тебя. Ну, пускай. В Пловдив. Если хочешь в Скопье, давай в Скопье. Тебе деплойтнем. Так, тут нет болгар. Где вообще все болгары? Чем они занимают? Что, 4 дивизии болгарские всего? Ну, не может быть. Похоже на то, только 4 болгарские дивизии. И все. А, они, наверное, сами на передислокации. И другого из меня нет никакого оправдания. Нигде не могут быть. Давайте вот еще вот что я забыл. Передать провинции. Вот на эти провинции я 4 не претендую, а румыны претендуем, да? Дадим мы 4 провы в знак нашего доброго, нашей социалистической солидарности. А, не могу пока отдать, да? Еще кому-нибудь могу что-то отдать? Венгры ни на что не претендуют. Итальянцы ни на что не претендуют. Кто тут еще есть? Маиса. Ну все, больше пока союзников нет. Испанцы ни на что не претендуют. Что у них нет? Португальцы тоже ни на что не претендуют. Ладно. Забиваем потихоньку ДИС. Потихоньку перевооружаемся. И готовимся к высадке десанта в Плимут. А, стоп, транспортная флотилия, это мне больше не нужна. Вот что я подумал, да? Транспортные флотилии мне в таком количестве тут не нужны. Ну, пускай одна в это идет конвейером. И все. Да? Да. Ну, хотя много дивизий-то мне потребуется. Давайте два в конвейер, пускай идут. Остальные пофиг. Транспорты пускай делаются. Ну как-то так. Да, можно даже чуть увеличить производство. В ущерб переоснащению. Которое мне не нужно в таком количестве, конечно. Румынии. Ну давайте, с Румынией все-таки хочу заключить сделку. Отдать ей 4 провы.
который меня чуть-чуть разгрузит, и ему приятно сделаю. Да, они же еще тут и партизаны, ну такие, правда, слабенькие. Так, Радея, вот эти четыре прога, да? Бистрица, Калуша, Радея и Меркуричук. Так. Провинции. М. Меркуричук. Бистрица. Калуш и Радея. К. Калуш. И О. Орадя. Окей. Бистрица, Мерка, Калуш, Орадя. Окей. Отдаем 4 прога. У меня непонятные какие дела с производством. Я уменьшаю, мне говорят, мало. Увеличиваю, мне говорят... А, наверное, вот этот крейсер, он то туда, то сюда попадает. То он строится, то он не строится. Так. Где мои в Бургасе танки? Транспорт надо выставить сразу. 5 транспортов. Ну, где-нибудь. Ни туда, ни сюда. Давайте в Вильгельмсхафене. Так, тут. Где наш главный лидер? Где наш Кузнецов? Вот он, Кузнецов. Поставим его сюда. Угу, вот так вот. Окей. А 4 июня, по-моему, танки должны прибыть. Тогда можно будет уже атаковать. Одни танки, что ли? 30 дивизий одних танков? Офигеть. Ну ладно, 6 июня атакуем. Да, 7-го. 6-е мы как-то пропустили. Отвлеклись. Так, прикинем, что у нас тут японцы еще из последних сил держатся. Надо им помогать. Надо им срочно помогать. Для этого нападем на Турцию. А, у меня договор о ненападении с ними еще. О-о-о. Мне еще надо денонсировать договор о ненападении. Фейл. Может быть, тогда сначала с финнами разобраться. А у меня вечный договор о ненападении, да? Это же не мирный договор. Давайте отмените пакт о ненападении. Ну, хочу я затащить Турцию. Это даст мне такой проход неплохой. Ну и плюс ее дивизии тут мясом будут отвлекать. Чем через Иран идти. Да.
Тогда 22. Ну, 22 июня, значит, ждем. Что у меня излишек? Там что-то пополнение столько не надо. Любич восстала. Тридцать три дивизии в Мадрид. А-а-а! За разрыв пакта о ненападении 5 диса мне накинули. Вот это я, Василий. А, значит, пакт о ненападении лучше не разрывать. А я не знал. Вот это фейл. Да, дороговато мне обошлось. Турция. Еще сейчас войну мне за нее объявят, я так чувствую. Надо у финнов бить, да и все. Ну, португальцы высадились. Типа, мои провинции освобождать. Кто бы мог подумать, что такая пакта не падение, лучше не разрывать. Привет, Дубчик, привет, Малан Лейт. А, блин, да фейл. Ну 5 дис, они предупредили. А почему они не предупредили? Они вечно предупреждают, а это. Ну чё, а чё тебя предупреждать? Не. Не хотим тебя предупреждать сразу просто. 5 дис накинем и все. 5 диса, блин. Я бы мог выделить какую-нибудь страну за 5 диса. Крутую. Я бы мог за 5 диса ГДР выделить. Да. Ну, дис, недовольство накинули. 5 недовольств накинули на то, что я разорвал пакт о ненападении с Турцией. Ну, подумаешь, там, пакт о ненападении. Так, Любляна восстала. Периги восстала. С кем вои? Пока ни с кем. Сейчас объявлю войну с Турцией. Я могу так сказать, кто за меня. Вот Венгрия за меня уже, Румыния за меня, Болгария за меня, Италия за меня, Испания за меня и Португалия за меня. Ну а планируется потом война сейчас с Английским Союзом. Причем он вообще какой-то огромный. Наверное, из-за того, что я поставил агрессивных... Ну, агрессивных врагов, они как-то в союз все вступали. Такого военного союза я ни разу не видел, чтобы в состав входили. Ну, кроме Великобритании, Свободной Франции, Австралии, Новой Зеландии, Канада, ну, это нормально. Южная Африка, хотя она тоже не всегда входит. Непал, Бутан, Египет, Британская Индия, нормально. Оман, Бельгия, Нидерланды, Голландская Ост-Индия, Персия, США, Либерия, Ирак, Эфиопия. Ну, вошли в союз. Мексика! Мексика вообще в этот союз почти никогда не входит. Бразилия! Бразилия в союзниках. Это вообще какой-то Гаити. Гаити, Куба, Коста-Рика, Колумбия, Никарагуа, Боливия, Доминиканская Республика. Вообще жесть, просто вся Америка. Выдели Германии и Францию. А, диса много надо. За каждое выделение мне 5 недовольства накидывают. Так что я выделю их, но позже. Когда этот диск как-нибудь скинем. Ну, давайте войну с Турцией. Дорого мне Турция, скорее всего, обойдется. Да, так и есть. Нет, объявили мне войну или нет? Объявил мне Англия войну за это? Нет, не объявила, кстати. Подожди, пока союз распадется, объявляй войну. Да не, а он не распадется никогда. А как он распадется только когда они Японию забреют. А когда они забреют Японию, то это невыгодно. В 91 году. Да, он никогда не распадется. Так, мне надо в Анкару идти, да? Ну давайте, давайте потихоньку. Половину дивизии. Так, Тимошенко что тут делает? Тимошенко тут вообще не нужен.
допустим, вот вами, да? Поехали в Карс. Даже лишняя мини-дивизия, ну ладно. Сам Япония на огне. Зачем? Она друг моего врага, мой друг. Как бы так. Зачем мне ее нагибать? Зачем тебе Турция? Да не знаю. Ну я как-то не думал, что мне за это так больно накинут дис. А вообще Турция, ну, вот сюда, чтобы Азию захватывать. Чтобы был хороший плацдарм для дальнейшего удара. Так, давайте попробуем по Адрианаполю ударить. Будет моим интересно или нет Адрианаполь, если я ударю? Просто мне интересно. По идее, вот военные силы контролирую я ВС. Или будет все-таки... За Турцию тебе может Брит объявить войну? Ну, пускай. Я не против. Я готов к войне с Бритом. Я вот... Вот мои войска уже сосредоточены на границе и как бы говорят, что давай, объявляй мне войну. Я готов к высадке на Британские острова. Готов к зачистке вот этих французских территорий. Готов к зачистке греческой Греции и готов к штурму Ирана. Вот у меня 62 дивизии как бы намекают, что в случае того, если Брит что-то решит тут сделать, для него это плохо закончится. Вот интересно, сейчас Апачи погиб. Интересно, кто это такой был? Ага, сейчас мы быстро как-то в Турцию пришли. Ты агрессивный, давай сами. Так, а уже дивизии пришли мои. То есть она отступает, в принципе, в Эрзум, да? Ну, давайте поставим на секундочку значки НАТО, чтобы убедиться. Ну да, он отступает сюда, вот, в Эрзум, так что можно по Трабзону смело бить. Так, берем все дивизии, которые никуда не передвигаются. Тимошенко убираем, тоже мне тут не нужен. Все, 8 дивизий, ну ладно, поехали в Трабзон. Так, Брит еще не хочет мне бить войну? Ну, может, после того, как я в Союз его приму. Как у меня отношения с Бритами, кстати? Плюс 50... Нет, еще плюс 55 осталось. Пока не еще. Хотя 91 был до объявления войны. В общем, вынуждаем его объявить мне войну первому. Финнов можно зачистить еще. Наверное, следующий удар будет по финнам. А то они гадки не захотели вступать сразу в Союз. Да, это моя территория, кстати, стала. Ну, это вообще хорошо тогда. Можно тогда второй удар делать. Блин, зря я только танки сюда не привел. Ну, хотя, а что зря. Мы сюда ударим по Галиполи и болгарами пойдем тоже. Одной дивизии болгарской. Сюда пойдем. До обоими. Десять сорок три диса, блин. Как мне его сбивать, я не знаю, правда. У меня все на это идет. Не все, конечно. Плохо еще, что я не успел прокачать интервенционализм. Мне приходится один дис за каждую войну получать. Угу. Так, отсюда уже все дивизии убежали, да, вражеские. Можно идти дальше. Что, пехотная еще какая-то есть? Нет, пехотных нет. Бьем по Эрзуму. Голиков.
Генерал, а генерала армии нет никакого, поставить сюда нельзя. Так. Говоров. Где мой Конев? Конева заменим. Давайте сюда поставим, сюда Конева. Да и Жукова можно тут сюда перекинуть. Почему нет? Где он там скучает? Правда, не знаю, где он, Жуков. А вот тут он где-то должен быть. Ладно, оставим на фиг случай Жукова в тылах. Один Конева хватит. Так, заместо кого поставить? Романенко погиб, да? А, его как раз он сам автоматически сменился на Конева. Забавно. Трабзонспор наш. Ну что ж, поехали. Авиньон восстанет. Так, может, никто не хочет его погасить? Что, мне пехом, что ли, вы? Так, Трабзон. Так, 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 помедленнее, я записываю. А, пытается мне Трабзон все выбить. Дадим ему, да, отступить, куда хочет. Так. Одну дивизию сразу вот сюда пошли. Болгарскую, в Галлиполе. Сколько там у нас уже? Плюс 15. Ну, плюс 15 явно не хватит. Можно даже не предлагать ничего. Так, теперь рванем в Стамбул. Уже явно отступает несколько. Хотя фиг узнает, куда он отступает. Дождем. Техи у меня делаются, производство. Ну, идет так с трудом. У меня 60 трачено на переоснащение, толк с него что-то какого-то никакого. Давайте на больше на то, чтобы сбивать дис, потратим. Фиг с ним с переоснащением. Вот так вот поставим. Вот так, припасы, производство, ТНП, да? Фиг с ним с переоснащением. Главное сбить недовольство. Минус 0,5. Угу. И деньги в плюс пошли. Так, убежали тут дивизии. Можно ударить и по Стамбулу. Ух, это вообще долго.
Убегает очень уж долго. Все, они уже поняли, что дело плохо. Пятнашка так и осталась. После захвата Стамбула еще попробуем, давайте на них надавить. Все-таки ключевая. Да, Стамбул и Анкара, две у них провинции ключевых. Десять дней будет идти в Стамбул, а чё так долго-то? Ну как же они долго отступают-то? Так, ладно, давайте попробуем. Поставим на 5 значки НАТО. Посмотрим, куда он отступает. Ну он отступает, да, в Эрзун он не отступает. Так что можно, наверное, ударить по Эрзуну. Поэтому он так и долго отступает, что не туда идет. Оставим тут одну дивизию. Не хочет, кстати, Стамбул отдавать. Ага, отступили наконец-то. Можно выдавливать дальше. Ну, тут несколько прям танков просто отведем. Думаю, 4 танка тут за глаза хватит. Даже 3. Кстати, объединить надо. Так, легкий танк, 3 легких танка, да. Ой, гречка. Атакуй. Все остальные поддержите его. Че, даже фельдмаршал не может? Ага, палубная авиагруппа 37-го года. Так. Марс авиация, палубная авиагруппа 40-го года. Так, испытания, большие самолеты, да. И посмотрим, что у нас с производством авианосцев. Давайте вниз вон линкоры спустим. Вот эти вот девятки. Линкоры нам меньше нужны, чем авианосцы, на самом деле. Так, сколько? 36% готовности. Наверное, еще одни палубные авиагруппы мы успеем сделать такими темпами. Еще одни палубные авиагруппы, да? Пока не доделаются. 36% это в 45-м году будет, через год. Да, я думаю, еще одно успеем сделать исследование. Да. Зря тут не видно, сколько примерно, с какой скоростью идет и когда будет готово.